Улыбка – это то, что притягивает и заставляет обращать на себя внимание. С помощью улыбки можно расположить к себе собеседника или очаровать противоположный пол. А может быть, это не так, и улыбка ни на что не влияет. Мы решили разобраться в этом вопросе. Как вы считаете, зачем нужна красивая улыбка? Она поднимает настроение всем окружающим. Чтобы показывать людям то, что ты счастлив. Чтобы радовать других. Красивая улыбка нужна, чтобы радовать других людей. Чтобы они тоже были счастливы. Как добиться именно красивой улыбки? Стоит самим улыбаться, и тогда все будут улыбаться тебе в ответ. Искренне улыбаться. Надо себя сделать счастливым, найти того человека, с которым ты будешь счастлив. Быть счастливым, наверное. Быть счастливым, любить. Следовательно, улыбаться. Можно сделать комплимент. Или подарить какую-нибудь маленькую открыточку или маленький подарочек. Шоколадку. А просто страстать, сказать... С добрым утром, и день будет просто отличный. Как вы считаете, ваша улыбка красивая? Очень прекрасная просто. Я довольна, да. Для кого-то да, наверное. Для родных, близких, для мужа любимого. Для моих родных и близких, да. Не знаю, смотря для кого. Ну, мне нравится. С самого детства нас приучали к тому, что нужно следить за своими зубами, чтобы они были крепкими и здоровыми. Но что делать, если наша улыбка не соответствует нашему желанию? И можно ли это исправить? Самое время задать этот вопрос эксперту. Влияет ли улыбка на впечатление, которое производит человек? Однозначно это так, так как если человек хочет произвести хорошее впечатление, то улыбка этому способствует. Улыбка влияет на отношение к человеку. Однако не идеальная улыбка производит неприятное впечатление на окружающих. Однозначно привлекательная улыбка производит самое хорошее впечатление о человеке при знакомстве, при общении, при деловых встречах. А какие можно дать советы по уходу за зубами? Я как врач-стоматолог скажу, что многих проблем стоматологии, болезней зубов можно избежать элементарными правилами ухода за зубами. На самом деле правила по уходу за полостью рта соблюдать не так уж и сложно. Это первое. Тщательно очищать при помощи нитей каждое межзубное пространство от застрявших остатков пищи. Второе. Два раза в день чистить зубы зубной щеткой. Это всем известно. Пользоваться домашними ирригаторами, использовать ополаскиватель как минимум два раза в день. И даже при ежедневном уходе за зубами все равно процентов 30-40 налета остается на поверхности зубов. И чтобы это все окончательно вычистить, однозначно надо посещать два раза в год стоматолога и осуществлять профессиональную чистку. У нас сейчас все развивается, в том числе и стоматология, и медицина. Какие существуют современные эффективные методы и средства? В стоматологии очень сейчас развиваются цифровые технологии, компьютерные технологии, сверхточное оборудование для правильной диагностики, для успешного лечения. Это 3D-сканеры, которые помогают сканировать челюсть и переводить в цифровую картинку, где возможности уже увеличиваются, и можно вот на этих цифровых картинах смоделировать идеальную улыбку, которую хочется достичь. К сожалению, не все люди обладают идеальными зубами, да, красивой улыбкой. Есть ли шанс у любого человека стать обладателем голливудской улыбки? Конечно, каждый человек может стать обладателем голливудской улыбки. Для этого нужно обратиться к квалифицированному врачу-стоматологу и произвести диагностику ротовой полости и применить современные технологии, которые дадут нам получить тот желаемый результат. Зачастую полный осмотр пациента заканчивается выявлением не только кариеса или пульпита, но и наличие других не менее опасных заболеваний зубов. Многие люди обращаются за помощью лечения зубов уже с серьезными проблемами. И для каждого случая есть специалист узкой специализации. Ортодонты, терапевты, ортопеды, хирурги, детские врачи, которые оказывают квалифицированную помощь. Существуют различные процедуры, которые применяются в комплексе. Например, гигиеническая чистка зубов плюс отбеливание. Или, скажем, исправление прикуса, художественная реставрация зубов, установка виниров, протезирование коронками. Мы применяем только передовые технологии и
используем новейшие качественные материалы. Сегодня практически каждому человеку доступна голливудская улыбка. Красивая улыбка повышает настроение. С хорошим настроением мы настроены на успех. Если хотите быть успешными, улыбайтесь чаще. Подводя итог, хочется отметить, что даже если сейчас вы не являетесь обладателем роскошной улыбки, отчаиваться не стоит. Главное – вовремя обратиться к специалисту, который поможет исправить как эстетические проблемы, так и проблемы со здоровьем.